Всем здорово, с вами дядя Вадя. Короче, мне вчера кинули 333 рубля на еду. Вот я взял, короче, чек, у нас получается 290. Да, что ж я взял? Свеколка, яблочки, две капусты и бананчики. Вот. Ну, естественно, на 300 рублей ты как бы много не купишь, но потрачено не на алкоголь, а чисто, чтобы были овощи. Это шикарно, это круто, респекта. Спасибо за донейшн, спасибо за респекшн. Увидимся с вами. Бананчики хорошие, вот капусточка, ее прям вареную сделать, там нарезать ее. И просто свеколку вообще обожаю. Найс. Увидимся. Мир и добра. Та-да-тан-та-тан.